главный бухгалтер Бибикина собрала весь наш коллектив и говорит: товарищи, в пятницу у директора юбилей, мы сделаем для него концерт и должны постараться, чтобы директору стало хорошо. Павлов говорит: у директора жена есть. Пусть она старается, чтобы ему стало хорошо. Уборщица Кукина говорит: товарищи, директора я беру на себя, будет ему паразиту хорошо. И не сомневайтесь. У меня за это дело есть грамота еще от Хрущева. Мужики вскочили: Денисовна, а чё ж мы ничего не знали? Денисовна скромно сказала: кому надо, те знали. Бибикина говорит: запишем как вариант. Павлов говорит: а я предлагаю выдать мне 3 литра водки и отправить меня вместе с водкой к директору. Бибикина говорит: ага, а потом его жена нас грохнет. Павлов говорит: а его жене мы отправим электрика Лебедева с 3 бутылками шампанского. И жена директора будет нам благодарна всю оставшуюся жизнь. Бибикина говорит: запишем как вариант. Кстати, дай-ка мне телефончик электрика Лебедева. Жуков говорит: товарищ, а я могу спеть. И как стал орать: Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to наш Виталий Бабуевич! Пойдет? Бибикина спросила: Жуков, ты на похоронах не пробовал петь? Многих бы вернул к жизни. Товарищи, кто у нас умеет танцевать? Скворцов говорит: я умею танцевать, только стесняюсь, у меня ноги кривые. Бибикина говорит: милая ты моя, ты на мои ноги посмотри. О, где кривые? Я не стесняюсь. И, между прочим, я в 5-м браке, а муж в 5-м. Итак, концерт начнет сторож Пантелеич. Как всегда, переоденется в Аллу Пугачеву. Бибикина говорит: запишем как вариант. Потом выступит слесарь Дугин. Он же у нас подбрасывает и ловит сразу 10 бутылок водки. Пушкин говорит: я против. 8 марта, когда Дугин водку подкидывал, весь зал сидел седой. Мужики переживали за водку, бабы переживали за мужиков. Бибикина говорит: а потом на сцену выйду я, исполню свой фирменный танец, танец живота. Павла говорит: только ты никого не зашиби своим животом. Концерт прошел просто замечательно. Нам ничего не пришлось делать. Директор перед концертом вызвал все Павлова с 3 литрами водки. И такое вытворял. И обчитало попел. И ушами шевелил. И водкой жонглировал. И даже танцевал на пузе у Бибикиной. Потом уборщица Кукина сунула электрику Лебедеву 3 бутылки шампанского и сказала, чтобы он шел провожать домой жену директора. А сама объявила белый танец, кинула директора через плечо, и больше мы их не видели. И так это у нее лихо получилось, что мы поняли, что при Хрущеве зря грамоты не давали. Через неделю звонок, поднимает трубку женский голос: добрый день, вас беспокоит супруга вашего директора. Я говорю: не беспокойтесь, мы вашего мужа разыскиваем. Она говорит: не горит.